Сейчас я тебе сделаю супер-классную прическу. Что ты со мной натворила? Пам-пам-пам. У меня есть деньги! Их тут совсем мало. Раз, два, три. Этого так мало. А я хотела себе купить новую игрушку. О, я знаю, как заработать деньги. Аминка, тебе чего? Ты только посмотри на себя, на кого ты похож? А на кого я похож? Лохматый, неухоженный, некрасивый. Почему некрасивый? Красивый. Быстро вставай, иди за мной, я тебя приведу в порядок. Ну ладно. Сейчас я тебе сделаю супер-классную прическу. Ого, ну давай. Надо тебя расчесать. Ого, ничего себе гигантская расческа. Чего-то не хватает. О, точно! Чего она там опять задумала? Зеленый свет сейчас в моде. Очень модно, так что давай гони деньги. Чего? Модно? Ты превратила меня в клоуна. Ну знаешь ли, больше мне такой помощи не нужно. Забирай свои деньги. Ну вот и первый заработок. Ребят, я ухожу стричься. Вернусь через час. Слушайтесь маму. Папа, стой, стой, стой! Никуда не уходи! Я буду тебя сама постричь. Аминка, а у тебя точно получится? Еще как получится, я профессионал. Папа, готова? Аминка, ты просто умничка! Давай зеркало, я посмотрюсь. На, папа, посмотри. Что ты натворила, Аминка? Я лысый! Папа, ты ничего-то не понимаешь. Это сейчас в моде, так что давай деньги. Ну что, ребята, а если вам было с нами весело, то обязательно поставьте лайк. И не забудьте подписаться на наш канал и на наш инстаграм. Ссылочка будет где? В описании! Всем пока!